В Казахстане впервые появилась цифровая ипотека. Получить одобрение займа за 30 минут, оформить его и внести первоначальный взнос теперь можно, не выходя из дома. Новую программу запустил Алтынбанк совместно с холдингом BI Group. С подробностями Зарина Беремкул. Чтобы получить ипотеку, больше не надо идти в банк. Теперь эта финансовая услуга доступна онлайн. Алтынбанк и холдинг BI Group заключили соглашение о сотрудничестве в части цифровизации жилищных займов. На сайте BI Group клиент выбирает квартиру в одном из строящихся комплексов и подает заявку, которая автоматически направляется в Алтынбанк. Рассмотрение и одобрение происходит моментально. Условия получения ипотеки на срок от 12 месяцев до 20 лет, ставка от 0,1%, если это короткий срок, и от 13,5%, если срок более долгий. Максимальная сумма 35 миллионов тенге. Первоначальный взнос от 30%. При одобрении заявки клиент получит СМС и ссылку на регистрацию в приложении «Алтынай». В личном кабинете ему необходимо подтвердить оформление ипотеки и заключить банковский договор. Банк сам переведет деньги застройщику и уведомит клиента сообщением. В некоторых случаях нашим клиентам приходится оформлять даже отпуска. Однако новый продукт, тот, по которому мы сегодня запускаем, позволит, не выходя из дома, не приходя в офис банка, оформить ипотеку. На первом этапе это будет 5 дней. В дальнейшем мы видим очень большой потенциал в сокращении срока ипотеки до 1 дня. Сейчас на выбор покупателям представлены более 1500 квартир в 4 городах – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Все, что нужно для покупки жилья – это гаджет, подключенный к интернету. Зарина Беремкул, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Нур-Султан.